продукта. Вы вспомните, когда в 2014 году кричали: «Да нафиг нам этот Донбасс, от него толку нет, мы только из...» Ой, а как кушать-то хочется! Ой, как вкусно пахнет! Когда же уже наконец этот долгожданный ужин? Ух ты! Вот это натюрморт! Дары украинских полей! А что я? Что я? Я тут картошечку жарю. С мясом? И с грибочками? Ну, естественно. Как же по-другому можно ее кушать? А вот это, отмазалась. Я ее резать, она мне сначала сердечко. Но я уже все-таки разрезал. Она улыбается. Глазки. И глазки строит. И глазки строит. Да. И глазки строит. И губки бантиком. И губки бантиком. Ну что делать? Пришлось ее не жарить. Да? Будем сажать. Квадратно-гнестовым. Да. По весне, а по весне перейдем на подножный корм. Спасибо. Всему. Вот такая у нас улыбающаяся картошечка. Это вам не улыбающиеся Искандеры. Ага. Ну что, пойдем слегка перекусим? Да, уже пора. Будьмо? Подскочь, виски. Будьмо? Погнали.